Намасте, сайрам. Сегодня 5 февраля. Мы завтра уезжаем в Путапарци, последний день на Гоа. Вот, и ко мне несколько дней назад приезжала девушка, моя зрительница, наша зрительница, Светлана из Одессы. И я хотела снять, я ей говорю: Светлана, можно я при вас сниму, что вот она привезла? Она постеснялась почему-то. Но я сейчас буду упаковываться, потому что надо чемодан уже собирать. Я не могу вот не упаковаться, не показав. Она разрешила показать подарки, но сама не захотела. Хотя мы провели практически целый день, провели такой замечательный день. Причем я почему-то с утра я так чувствовала себя плохо. Я думала, вот у меня опять так немного в груди так схватило. Ну, это, наверное, остеохондроз. И думаю, как будет неудобно, если человек приедет ради меня, ради нас, а я это дынца и в больницу загремлю. Вот. А она приехала, я даже ей ничего не говорила. Она говорит, ну что, вот хочу показать особенный массаж. И она мне сделала массаж даже. Вот у меня до сих пор еще немного так приятно спина побаливает. И все, у меня все прошло. Я даже боялась Саши говорить, что вот что-то такое со мной случилось. Думаю, отвезет еще в больницу. И все. Вот. Я вот ей очень благодарна. Светлана, спасибо вам большое. И день очень хороший провели. Она приехала в 10 утра, уехала в 7 вечера. Такси было заказано. Вот что ради нас. И такси заказала. И беспокоилась. Говорит, если я вас не встречу, я хотела в группе найти Goa People, кого-нибудь, кто бы вам передал эти подарки. В общем, я там сейчас не буду доставать хлеба. Очень много коричневого, вот, который я люблю, ржаного хлеба. Вот такая вот картина, которую надо немножко дорисовать. Там холст и красочки. Так, сейчас покажу, а потом буду упаковываться. Ну, во-первых, вот такая вот сова, брошка. Потрясающая брошка. Я сейчас научилась крутить такие челмы на себя. И вот этой брошкой закалываю. Мне она очень понравилась. Для ногтей. Наклейки. Это вот как для декорации, если вот вазу там заполнить какими-то свечками, еще что-то. И вот наподобие такая черные камушки или как соль. Это для декораций. Кружка с петушком. Еще там одна кружка. Сейчас зайчик, брелок, кролик. Вот такая кружка. И я там еще уже пользуюсь, еще одна кружечка. Шишечка. Мне не надо будет. Ну, она говорит, я постепенно покупала и складывала. То где-то закажу, там еще откуда-то куплю, привезу с какой-то страны. Вот человек с такой любовью готовился, подготавливал. Салфеточки для Пасхи декупажные. Вот такие вот. Еще одна брошечка. Супер, змея. Я как раз год змеи родилась. И у змеи такие глазки голубенькие или зелененькие. Ай! Еще одна брошка. Очень красивая. Такая. Такая штучка, наверное, кольцо. Может быть, вот с этой змеей можно носить. У них, наверное, одинакового цвета глазки. И вот это. Еще одна брошка. Ну, это для моих сари. Это, наверное, для декорации. Вот туда, к этой соли, что-то украшать, делать декупаж. Это для моей елочки для следующего года. Сейчас сложу пока. Вот такая вот куколка. Я ее уже носила. Это как подвеска такая интересная. Очень красиво смотрится. Веселенькая такая. Где у нее рука-то? Ага, вот деловая куколка. С бантиком. Вот это очень красивая подвеска. Вот. Я ее тоже с голубой челмой носила. И вот с этим вот голубым платьишком. Красиво смотрится. Заколочка, вишенки, вот такие ягодки. Вот набор ручек. Вот это вот
рогатку она покупала в охотничьем магазине. Говорит, это для Саши. Саши такой огорчился, говорит, зачем, я не обижаю животных. Она, нет, говорит, кидать Патрику бананы с окна на башню, вот как мы там пытаемся их чем-то угостить, но не долетает иногда. Так, а это шарик, говорит, я тебя люблю надуть, и чтобы висел в нашем доме. Кофе. Тигренок. Я даже еще не все и видела, оказывается. Мне показалось, что мы все разобрали, все посмотрели. Вот. Золотистые чипсы. Расческа. Рейнбоу. Такая расческа с цветастыми. Как их? Вот, чесалками. Чай Гринфилд. Шоколадки. Вот такая вот Аленка. Чайка. Очень вкусная ароматическая свечка. Мы уже понюхали с ней понюхали. И Саши. Очень вкусно пахнет. Потом еще массажер для головы, майонез. Причем, хотя она спросила, вам что-нибудь привезти? Я говорю, ну, если можно, то хлеба и майонеза. И вот к этому хлебу и майонезу она еще привезла 6 килограмм всяких вкусностей, радостей. И вот еще вот такой шарик, фонарик. Мы сегодня, последний день у нас, небесные фонарики. И мы сегодня купим детям опять конфет, шоколада, и вечером зажжем этот фонарик на пляже. Вот. А еще самое главное, она привезла $100 для животных, собакам, коровам, обезьянам, чтобы вот покупали пищу, говорит, не только семье Патрика, а и подальше, говорит, другим обезьянам, покупайте побольше бананов. Ну, мы и так, конечно, покупали, но вот, ну, со спонсорством будет очень даже приятно еще больше делиться. Ну и письмо на дерево желания, конечно, повешу. Вот, Света, спасибо большое. Света из Одессы, она, конечно, она не хотела себя, я не буду говорить фамилию, потому что она не хотела светиться, не хотела. Она говорит, я это, ну, не для того делаю, чтобы имя там или фамилию или что-то еще. Вот, говорит, вот так вот душа легла, захотелось так сделать. Вот, спасибо вам, Светочка, большое, огромное.